Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Я Марина, и с вами школа Сакрамел. Думаю, вы догадались, что это не совсем обычное видео, нестандартное. И сегодня речь пойдет о том, что ко мне пришла моя серебряная кнопка. Ждала я ее очень долго и не могла не поделиться этой радостью с вами. Потому что за нее я благодарна именно вам. Большое вам спасибо, что вы смотрите мой канал, что вы подписываетесь, что вы пишете свои комментарии, оставляете свои отзывы. Вы меня очень сильно мотивируете. И я хочу действительно сказать огромное спасибо каждому из вас. Кнопку я еще не открывала, поэтому хотела показать вам свои эмоции, когда сама ее увижу, и чтобы вы, мои дорогие подписчики, посмотрели, как выглядит кнопка вместе со мной. Я уже здесь немножко ее открыла. Открываем. Барабанная дробь. Долгожданный момент. Пока она ко мне шла, кнопка серебряная дается за 100 тысяч подписчиков, но пока она ко мне шла, у меня уже на канале 250 тысяч подписчиков. И кто знает, может быть, через какое-то время мы будем снимать подобное видео, где я буду показывать вам золотую кнопку, которая дается за 1 000 000 подписчиков. Так, здесь у нас письма, наверное, от YouTube благодарности. И вот она, долгожданная. Вот так выглядит. Ура! Ой, я очень рада, я очень счастлива. Здесь как раз present to Сакрамел, 100 тысяч подписчиков. И большое вам спасибо каждому из вас, кто вместе со мной. Для меня это действительно поистине дорого и важно. Все, я плачу. Сейчас вы мне задаете вопросы, просите рассказать немного о себе, и хочу ответить на самые часто задаваемые. Я всегда хотела иметь красивые ногти, ведь они мне далеки от идеала. Я думаю, вы это уже могли увидеть в некоторых видео, где я делаю маникюр на себе. Заказала стартовый набор с сайта eBay в 2010 году и начала наращивать себе, подругам, знакомым. Так постепенно начала принимать клиентов и наработала клиентскую базу. Но через год такой работы, самоучкой, на дому, я поняла, что мне не хватает знаний, и поэтому я приняла решение пойти на профессиональные курсы. Обучение длилось 1,5 месяца, 5 дней в неделю, с утра до вечера, мы интенсивно обучались, и я уже успела поработать. После того, как я закончила базовое обучение и серьезно решила заняться маникюром, помню, как мы создали группу ВКонтакте, я там искала клиентов, выкладывала объявления на Авито, ездила по домам, рассказывала всем своим подругам, всем знакомым, в общем, мне кажется, все знали, что я выполняю маникюр. Так постепенно-постепенно я обросла еще больше клиентской базы. В 2011 году на рынке появился гель-лак, шеллак бренда C&D. Он произвел просто фурор в ногтевой сфере, и каждый мастер хотел иметь в арсенале такое покрытие. Благодаря знакомой, которая живет в Америке, мы заказали гель-лаки, продавали их здесь, и через какое-то время пришла идея о создании интернет-магазина, но как его назвать, идеи не было. И на тот момент мой сокурсник, узнавая, как у меня дела, и который мне рассказал, что планирую открыть интернет-магазин, сказал: «Я сейчас что-нибудь придумаю, дай мне несколько минут». Буквально через полчаса он мне пишет название «Сакрамел». Он говорит: «По-моему, прикольно звучит». Я тоже подумала, что прикольно. «Сакрамел» созвучно «карамели» и сокращенное от «Салон красоты» Марины Литвиновой. Такая аббревиатура. Поэтому название Сакрамел уникальное, единственное в своем роде, ничего не обозначающее, потому что многие спрашивают, а что же действительно обозначает? А на самом деле все вот так просто. И наше название, оно запатентовано, имеется товарный знак, и я очень его люблю, дорожу им и ценю.
В 2013 году я открыла свою студию маникюра и столкнулась с тем же, с чем сталкиваются другие руководители студии, что вечно недостаток опытных кадров. И пришлось самой обучать мастеров. Мне это дело очень понравилось. Я поняла, что это действительно мое, я наконец-то себя нашла. Мне очень нравится делиться знаниями. И так, обучая мастеров, начала обучать и других людей, других учеников, которые хотели стать мастерами маникюра. Нет, мастером маникюра стать несложно. Сейчас большой выбор разнообразных обучающих курсов. Выбирай, какой тебе больше по душе. Но здесь самое важное – понять свою внутреннюю мотивацию. Она чисто финансовая или все-таки вам безумно нравится маникюр, радовать клиентов, рисовать дизайны на ногтях и так далее. Если это второй вариант, то, безусловно, у вас и получится, и стоит пробовать себя в маникюре. Даже если у вас что-то не получается, все мы когда-то учились, из чего-то начинали, не бойтесь своих ошибок. Самое главное, не останавливайтесь на достигнутом, пытайтесь еще и еще раз. И с каждым разом вы увидите, что результат маникюра или дизайна будет получаться лучше и лучше. То есть мастером маникюра не сложно стать, а сложнее им быть. Потому что мы не только срезаем кутикулу и красим ногти, а также выполняем роль управляющего, администратора, художника, маркетолога, психолога и еще большой-большой багаж знаний, который нам нужен для того, чтобы привлекать клиентов, ну и, конечно, их радовать. Меня, конечно же, в первую очередь мотивирует моя семья. Мой муж, который на каждом этапе меня поддерживал и был рядом со мной. Если даже вы его не видите, он у нас стоит за каждым процессом, помогает абсолютно во всем. А также мои дети, у меня два мальчика, они еще совсем маленькие. И так совпадало, что я была беременна каждый раз, когда отправляла заявку на участие в чемпионате. Каждый раз я выигрывала, они мне придавали сил, бодрости, духа. И, конечно же, меня мотивируют отзывы наших учеников, их горящие глаза, ваши комментарии, ваши пальчики вверх, ваши просмотры. Я за них очень вам благодарна. И каждый раз, когда я смотрю, что видео вам понравилось, я несказанно счастлива. Ставьте скорее под этим видео пальчик вверх, чтобы меня поддержать. Трудностей было очень много на нашем пути. Это и аренда, которую нам не имели права сдавать. Мы теряли деньги. Это и несколько кризисов, когда доллар резко взлетал, и мы были на грани банкротства. Трудностей было очень много, но все необходимо было преодолевать. Я такая по жизни упертая, что если уже наметила себе путь, то к нему иду. И как бы трудно ни было, все равно движемся к своей цели. Я думаю, это целеустремленность, идти к одной цели и очень-очень много работы для того, чтобы достичь какого-то результата. Иной раз мне кажется, что у меня практически нет выходных, я постоянно думаю о маникюре, постоянно думаю, какие бы придумать темы для вас, чтобы рассказать, поделиться своей информацией, проверяю онлайн-уроки, придумываю, какие посты выкладывать. На самом деле работы очень-очень много, вся она разнообразная. Поэтому работайте, идите к своей заданной цели, и тогда у вас тоже получится все. На самом деле, за годы преподавания было очень много смешных историй, но больше всего мне запоминаются случаи, когда ученики пишут экзамен на третий день обучения, и они называют слова совсем по-другому, искажают их, например, не кутикула, а котякула, катикула, не пушер-пушапер, не сухожировой шкаф, а жаровня, жарище, не лампа, а печка, топка и так далее. На самом деле очень много таких прикольных ситуаций, мы их всегда записываем, у нас есть отдельное такое место, потом всем читаем, все смеемся, и тогда же еще лучше запоминаются все термины, потому что их сразу запомнить все невозможно.
Ну что ж, дорогие мои, если вы встали на данный путь, полюбили ногтевую сферу так же сильно, как и я, не останавливайтесь, идите только вперед, становитесь лучшей версией себя, обязательно пройдите профессиональное обучение, если еще не сделали этого. Не тратьте время, как в свое время делала я, учась на своих ошибках, это только трата времени. И будьте лучшими, желаю вам всем успеха в работе. Счастливо, пока-пока!